Здравствуйте, это Игорь Виттель, парадокс с Игорем Виттелем. Сегодня говорим о современном исламе и экономике современного ислама. В студии у меня Роман Силантьев, исламовед, доцент Московского государственного лингвистического университета и старший научный сотрудник Центра этнополитических исследований Института этнологии и антропологии Российской академии наук Ахмед Ярлыкапов, хорошо уже известный вам, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Роман, здравствуйте, Ахмед. Здравствуйте. Ну, поговорим мы не только о современном исламе, но и вообще о последних политических событиях в мире, которые, в общем, от ислама неразделимы. А, кстати, тот же первый вопрос, Ахмед, один из гостей моей передачи на днях сказал, что в Москве и области проживает 600 тысяч радикальных исламистов. Очень бы хотелось понять, а откуда берутся такие цифры, о чем это говорит, потому что всколыхнулись сразу все. С одной стороны, я увидел огромное количество ссылок на националистических сайтах, которые говорят, вот человек правду сказал, а Виттель его в эфире заткнул. Тут же сайты «Голос ислама» начали говорить о том, что вы что, вот смотрите, на нас бочку катят. Так чего, кто на кого бочку катит? Ну, 600 тысяч – это цифра фантастическая, конечно, потому что, ну, во-первых, подсчитать количество радикальных исламистов невозможно. А что мы, кстати, относим к понятию радикальный ислам? Вот если вы помните, то один из наших гостей, тоже господин Курбанов, по-моему, говорил о том, что вообще не смеете при мне говорить радикальный ислам, это разжигание национальной розни. Вот все-таки есть такое понятие радикальный ислам, и что под него попадает? Ну, так же, как есть радикальный иудаизм и так далее, есть, конечно, радикалы. Это что-то новое, радикальный иудаизм, это что? Ну, почему же новое? Радикальный ислам тоже что-то это новое, люди, наверное, которые да? Насильно кого-то в иудаизм, то есть насильное обрезание делают, что ли? Я не очень... Нет, нет, почему? Это люди, которые устраивают провокации на Храмовой горе, например, да? Есть много людей, которые призывают к разрушению Аляксы, например. Это не радикальные люди? Ну, возможно, радикальные. Я никогда не видел терактов только со стороны, насколько я помню, там последние такие, то, что можно отнести к классическим терактам, граждане-израильтяне проводили где-то году в 46-м, по-моему, взорвав отель в Тель-Авиве, если мне не изменяет память. Ну, Ицхака Рабина. Ну, это все-таки... Это теракт? Ну, относительный, да. Хорошо, допустим, убедили. Так все-таки что такое радикальный ислам, если он есть? Ну, конечно, говорить о том, что есть радикальный ислам, ну, не знаю, с научной точки зрения, может быть, даже и неправильно, да? Есть радикальные мусульмане. Вот это может быть правильно. Вот. Есть люди, настроенные радикально, есть те, кто призывает использовать, скажем так, методы террора, да, вооруженные методы для достижения своих каких-то конкретных целей. Как правило, радикальные мусульмане, они связаны с, ну, имеют очень серьезные политические, скажем так, да, цели и задачи. Хорошо, Роман, а когда вот говорят ваххабиты, салафиты, что имеется в виду? Как это относится к этому? Ну, в России радикальные исламисты и ваххабиты – это синоним. Можно, конечно, спорить, как это с научной точки зрения определять. Я сторонник того, что вот это совокупный сект исламского происхождения. Они между собой различаются в деталях, причем и местами серьезно различаются. Но, тем не менее, всех объединяет несколько общих положений. Например, они крайне негативно относятся к существующей власти практически в любых странах. Они, в общем, сторонники некого идеального мусульманского государства, которого никогда в истории не было. Поэтому считаю, что законы существующих стран можно не соблюдать. Это, кстати, их объединяет с радикальными иудеями на самом которые деле. Которые не признают государство, Государство Израиль. Совершенно да. Верно. Да, ну... Но они пассивно не признают уж все-таки, если быть справедливым. Ну и кроме того, еще две вещи отличают радикальных мусульман. Это, в общем-то, резко отрицательное отношение к инаковерующим и к инакомыслящим. То есть, если мусульмане традиционные могут мирно существовать с христианами, то ваххабиты не могут. И они ненавидят всех тех мусульман, кто не разделяет их точку зрения и считают возможным их убийство. И вот это вот третья их особенность. Они склонны в своей деятельности к экстремизму и терроризму. Практически весь терроризм, который сейчас в мире есть, исходит именно от группы этих сект. А насколько они многочисленны и почему вы называете их сектами? Ну, дело в том, что по сути это секта, поскольку если мы все-таки можем... привести пример нормальных мусульман-суннитов, с которыми мирно живем, с которыми хорошо знакомы, то те люди, которые минуют себя суннитами, но делают все наоборот, но явно не к ним относятся. А вот как раз разделение, потому что сейчас, описывая те события, которые происходят на Ближнем Востоке, в Северной Африке, да, где вообще последние геополитические расклады, очень зачастую их как бы
пытаются описать одним из трех возможных способов. Первое – это некая война Соединенных Штатов и условного Запада вместе с монархиями Залива против определенных стран на Ближнем Востоке с целью ослабления влияния. Второе, да, вот особенно события в Сирии описывают как противостояние алавитского меньшинства, которое тоже можно, не все готовы вообще признать, что это мусульмане, да, тоже называют их и секты и так далее, да, это вот об этом отдельно поговорим, с суннитским большинством. Кто-то описывает как противостояние суннитов и шиитов. И третье, это вот просто говорят, что за всем, что сейчас происходит, арабская весна, это просто такой нормальный процесс демократизации или усталости одних элит от бесчинства других. Да, этим можно действительно описать практически все, что происходит, выкинув оттуда слово демократизация, естественно. Что на самом деле, вот как действительно ли происходит такая ярая, Ахмед, суннитско-шиитская борьба, борьба алавитов с суннитами и так далее? Ну, как всегда, ситуация сложнее схем, скажем так, да, потому что если брать конкретно ситуацию в Сирии, то, конечно же, это очень большое упрощение говорить о том, что там шииты с суннитами сцепились. Ну, не совсем, а говорят, что алавиты с суннитами. Алавиты с суннитами, тем более. Ну, а куда мы денем, куда мы денем черкесов, которые верой и правдой служили этому режиму, который вроде бы алавитский, а черкесы, простите меня, сунниты? Ну, тем не менее, мы говорим о том, что в свое время в Сирии, там, с конца 40-х годов, там, после французского протектората, последовательно алавиты, которые являются национальным меньшинством, религиозным меньшинством, этноконфессиональным, сказать, этноконфессиональным меньшинством в Сирии, внедрялись в армию, в спецслужбы, в полицию и к власти, да? Это последовательное укрепление алавитского меньшинства, но это все равно, что сейчас в России бы... Я не хочу приводить этот пример и говорить, что власть бы захватили евреи. Но, тем не менее, так оно и есть. Параллель абсолютно очевидная, да? То есть, как бы меньшинство этноконфессиональное против большинства. Но все равно я считаю, что это сильное упрощение ситуации. Конечно, алавиты занимают ведущие позиции, и это, кстати, очень опасно. В первую очередь для самих алавитов. Потому что если... случится так, что в Сирии режим Асада падет, то, конечно же, закончится так же, чем закончилось в Ираке. Да? Там христианская община практически перестала существовать. Кстати, после того, как Соединенные Штаты освободили процесс, Ирак. Да, демократии, да. Там не только как бы там вообще с меньшинствами стало сложно. Совершенно но верно. Они освобождали все-таки курдов и прочие меньшинства, говорили, что нельзя так. Ирак курдов химическим оружием. Ну, то, что мы видим, кстати, вот в эти дни в Сирии, да, Роман, в общем, пресловутая красная линия, о которой говорили, на днях была, как бы, Обама говорил, что вот пока не применят химическое оружие, никаких вмешательств не будет. Тут вот заявили о том, что химическое оружие таки да, 150 погибших, и, в общем, мы начинаем поставлять оружие повстанцам. Ну, вот я неделю назад вернулся из Сирии, что могу сказать. Но вообще-то химическое оружие у нас точно применяли оппозиционеры, об этом как-то особо не говорили. Я сильно сомневаюсь, что... Говорили. Ну, как-то вот американцы не сделали из этого вывода, что они плохие. И только после этого появилась информация, что, кажется, и Асад его тоже применяет. Во что лично я, конечно, не верю. Угу. Насчет алавитов, ну, вообще-то все высшее суннитское духовенство Сирии на стороне Асада. И муфти, и ректор университета Абу-Нур, не только черкесы. То есть все адекватные сунниты поддерживают власть Асада. Угу. Так что это конфликт не суннитов с шиитами, это конфликт ваххабитов против всех. Угу. А насколько, вот опять-таки, давайте вернемся к этому вопросу. Вы говорите, конфликт ваххабитов против всех. Действительно, за всеми терактами их приписывают ваххабитам, радикальным исламистским движениям. Объясните мне, кто эти люди, сколько и где они? К сожалению, их довольно много и становится все больше. Сейчас главными рассадниками ваххабизма являются Саудовская Аравия и Катар, и в Индии, и в Сирии об этом прямо говорят. Они четко определяют своих врагов как ваххабитов, как и мы, кстати, их определяем. Никакие это не люди без национальности и вероисповедания, это совершенно конкретные сектанты, совершенно конкретного происхождения, поддерживающиеся совершенно конкретными странами. А можно их называть сектантами? Это называл Ахмета, на секунду, он как самый миролюбивый среди нас. Ну, дело в том, что сектантами вот мусульмане их не называют, да, вот, и, ну, для меня очень большая проблема, насколько можно их назвать сектантами, потому что
Давайте определимся с понятием секты. Для начала надо определить вообще понятие секты, да, которое, мне кажется, сейчас все реже и реже используется вообще. Почему? Существует огромное количество, да, там белое. Я сейчас в них запутаюсь, да. Какие-то самозванные «Белое братство», «Мария», «Деви Христос» и так далее, да, это как бы люди, которые, понятно, что не относятся к традиционным религиям, но отчасти там иногда оперируют понятием некоторых традиционных религий, да, это достаточно очевидно, это даже не нуждается в описании, что такое секта, что такое секта внутри религии, понимаете, так мы киперских катакомников можем секты христианские здесь, назвать. Здесь еще огромная проблема определить, что такое секта внутри ислама, который вообще допускал... достаточно широкие интерпретации, скажем так, да, потому что в исламе нет церкви, в исламе нет духовенства, и нет аналога Папы Римского, я не знаю, патриарха и так далее. И поэтому очень-очень, на мой взгляд, проблематично. То есть верховного муфтия нету? Есть муфтии, которые могут назначаться правительствами в конкретных странах и в конкретных областях, а вот верховного авторитета нет. Сейчас вот мир глобализации, сейчас появился некий аналог Global Муфти, так сказать, да, это Йосиф Аль-Карадави, но он фигура весьма противоречивая, и все равно он всеми мусульманами, конечно же, не признается. Об этом после выпуска новостей, если не возражаете, буквально через секунду вернемся в студию. Ну что ж, продолжаем. Это «Парадокс» с Игорем Виттелем. Беседуем с Романом Силантьевым и Ахметом Ирлыкапом о современном исламе и современной экономике ислама. Роман, вы с таким определением сектанства согласны или нет? То есть, которое не последовало, на самом деле. Нету сект. Спорить можно с этим. Секты не только в христианстве бывают. Буддисты... Не христианство, я имею в виду секты в исламе. Ну, алавит – это тоже секта. Секта – это не обязательно что-то плохое. Это нечто, отделившееся от целого. Секта может быть нейтральной, может быть деструктивной, может иметь иной характер, но я не считаю, что это имеет что-то обидное. Это просто констатация факта. Есть алавиты вообще, они как бы действительно там, потому что есть ряд таких горячих голов, которые утверждают, что алавиты вообще не мусульмане. Это как бы отдельное некое течение, связанное с смесью язычества, других верований и только отчасти. Скажу честно, нету критерия четкого, кого считать мусульманином, кого нет. Разные направления ислама, разные богословы на этот счет сильно спорят. Простейший вопрос, считать ли террористов мусульманами, тоже общей точки зрения нет. Одни считают, что террористы автоматически мусульманами быть перестают, а другие утверждают, что нет оснований так утверждать. То же самое касается алавитов и иных, например, сект крайних шиитов. Это группа Гулат такая, это не только это друзы, это исмаилиты, это целый ряд других направлений. Но в науке общая, так сказать, принятая точка зрения, что это все-таки шиитская секта. Хорошо. Количество тех самых радикальных ваххабитов, радикальных исламистов, ваххабитов, салафиты, ваххабиты и салафиты – это одно и то же? На самом деле сейчас да, хотя многие считают, что салафиты – это частный случай ваххабитов, что ваххабиты – это более широкое понятие. Изначально салафиты и ваххабиты – это было одно и то же, но впоследствии к ваххабитам стали относить и братьев-мусульман, и таблигитов, и хизбут-тахрир. Сейчас у нас вот конкретно в России под ваххабитами понимается все то плохое, что исходит от ислама. Радикального ислама. Да. Хорошо. Остановившись на этом, мы пытаемся сейчас понять численность в разных странах, кто за ним стоит, чего добиваются. Значит, стоит, как вы объяснили, Саудовская Аравия и Катар, да, в основном? Да, в основном, не только, есть и другие ваххабитские страны. Те же Объединенные Арабские Эмираты, тот же Бахрейн, например, хотя преимущественно шиитские, но ваххабитское меньшинство там у власти находится. Это, в общем-то, целый сейчас союз этих стран, которые претендуют над тем, чтобы захватить власть над всем суннитским исламом, и пока у них, замечу, неплохо получается. А поскольку мы собирались еще об экономике ислама поговорить, не в плане исламского банкинга или подобного, в общем, достаточно интересного, но, тем не менее, не относящегося к сегодняшнему разговору вопроса, а именно, каковы экономические рычаги, да, то есть, с одной стороны, мы видим, что тот же Катар, которого очень много сейчас демонизируют, если можно так сказать, которому приписывают, в том числе и я постоянно заявляю, что за многими злодеяниями он стоит, да, страна, накопившая денег, страна, у которой существуют сейчас определенные проблемы с дальнейшим развитием, нужно искать новые рынки, нужно искать новую транспортировку и так далее, да. С другой стороны, мы видим, что рассадником именно идеологии становятся страны нищие, регионы нищие, уж простите меня, типа нашего Дагестана, да, где абсолютная безработица и пустота идеологии, а тотальная коррупция приводит к тому, что молодежь ищет себе, чем себя занять, а в результате мы имеем то, что мы имеем. Я правильно описываю картину, Ахмед? Ну да, близко. Вот. Мне вот просто вот интересно понять, какие все-таки экономические рычаги сейчас толкают в разные стороны. Да, куда пойдет Катар, куда пойдет Саудовская Аравия, каковы ее экономические интересы, помимо создания как бы абстрактного всемусульманского государства.
Ну, Игорь, дело в том, что я бы очень осторожно говорил бы о Саудовской Аравии и о Катаре как о государствах, которые распространяют ваххабизм, салафизм, как угодно называйте. Потому что государство – это все-таки немножко другое. Да? Да, есть там радикальные проповедники, есть имамы, которые говорят достаточно... Но это не государственная политика, вы к этому клоните. Обвинять государство в том, что это их политика, ну, вообще-то очень, с одной стороны, проблематично, с другой стороны, я вообще считаю, что Саудовская Аравия и Катар, они находятся в зоне американского геополитического влияния и политического в том числе, и ничего они сверх того, что выгодно Америке, не делают. А я слышал абсолютно противоположные заявления, что наоборот, Катар сейчас уже руками Америки. Кто-то говорит, там, что Иран руками Америки решает свои задачи. Кто-то говорит, что Катар руками Америки. На самом деле Америку используют. Есть и такие. Это все такие, знаете, схемы. Таких схем можно нарисовать с десяток. Ну, на самом деле, вот экономисты действительно были несколько серьезных экономистов, которые на полном серьезе говорили, что нет никакого рынка нефти, а есть сговор Саудовской Аравии и Соединенных Штатов. Да. И, судя по всему, так оно и есть, да? Да. То есть они, с одной стороны, объясните мне, если Соединенные Штаты борются с мировым терроризмом, да, то как они борются с Саудовской Аравией, которая является источником, опять-таки, вот я на этом настаиваю, Роман, видимо, тоже, да, мирового терроризма. Как они борются с Катаром, с которым у них теснейшие отношения? Правда, сейчас они Катар обидели, да? Со сланцевой революцией в США, Катару нужно сильно почесать голову и думать, как уже вышибать «Газпром» из Европы, да, из определенных рынков Азии, опять-таки. Угу. А в Азии тоже своя революция нефтяная. Там он уже, японцы до гидрата метана добрались. Тут тоже нужно подумать над тем, что происходит. Меня вот это вот, подводные камни волнуют, помимо идеологии. То есть, совпадает ли, Роман, давайте тогда конкретизируем, поскольку Ахмед возмущается, что мы приписываем Саудовской Аравии и Катару на пару злодеяния, да? Насколько политика государства совпадает с политикой определенных элит, экономических и властных в этих странах, и совпадает все вместе с определенными идеологиями, в частности, с ваххабистской идеологией. Ну, не надо забывать, что эти государства ни разу не демократические, даже таковыми не прикидываются. Поэтому рассказывать, что некие зловредные муфти и НКО из Саудовской Аравии, Катара, не спрося разрешения местных королей и эмиров, что-то делают, ну, это как-то смешно. Что Юсуф Кардави, называя Россию врагом ислама номер один, противоречит политике Катара, который, кстати, избивает нашего посла. Когда, и ничего за это не им, да. Да, когда главный муфти Саудовской Аравии требует уничтожить все храмы христианские на Аравийском полуострове, включая наш в Эмирате Шарджа, и тоже его никто не одергивает, замечу. Это как-то вот намекает на что-то определенное, как я считаю. Да, это, безусловно, несут ответственность власти этих стран, в этом сомнений нет. Насколько они манипулируемы Америкой, насколько они манипулируют Америкой, можно спорить. В некоторых случаях я вижу, что они были инициаторами революции. Я не совсем вижу выгоду Америки в свержении Мубарака или, например, президента Туниса. Или Каддафи. Ну, с Каддафи американцы еще могли быть свои счеты, как и с Асадом. Но, понимаете, они могли быть, но Каддафи, взрывавший самолеты над Локбери, да, и Каддафи, целующийся в засос со всеми мировыми лидерами, да, и ставящий свою палатку чуть ли не на лужайке у Белого дома, это разные Каддафи, да. И с другой, в любом случае, американцам, как бы, наверное, надо было понять, что иметь дело с Каддафи было, наверное, спокойнее, чем иметь им сейчас с братьями-мусульманами. Да, и с Хусейном было дело спокойнее иметь, вот. Ну, мало ли спокойнее. Ну, хотя бы случай Каддафи можно было как-то объяснить, но в случае с Мубараком я затрудняюсь понять, какая выгода Америки в этом. Я вот сильно подозреваю, что со временем вот эти вот ваххабитские страны усилились настолько, что в чем-то сами стали диктовать свою политику. А с Асадом вы понимаете, зачем Америке Асад? Ну, Сирия тоже всегда антиамериканскую риторику придерживалась. Всегда была таким тоже плохим парнем. Мало ли риторики, какой риторики придерживалась. Она же не занималась терроризмом, да, в отношении Америки. Ну, при чем здесь терроризм? Ну, а что, чем американцы мешали риторике? Они считают, что пришедшие сейчас люди, как мы видели, да, повстанцы вырезали сердце из груди и съедали. Эти люди как бы будут более договороспособны? Ну, если бы американцы действительно боролись с терроризмом, они бы Саудовской Аравии, которые начали бы это делать. Угу. Это явно не люди Саддама Хусейна, Каддафи, Асада, тот же бостонский марафон. Это не шииты были, не алавиты, не суфи, это были совершенно конкретные ваххабиты. Вот куда вот не ткни в какой-то ракт, обязательно ваххабиты там окажутся. Не какие-то, а мы выясняем дагестанские ваххабиты, но об этом мы сейчас еще поговорим с Ахметом, как специалистом по Дагестану. Да, насчет того, что в деньгах дело, самые богатые страны являются рассадниками ваххабизма. В самых бедных странах как раз эта проблема
проблемы меньше стоят. Бангладеш, например, беднейшая страна, и, в общем-то, немалая часть африканских, мусульманских стран, они, в общем, вахабизированы в разы меньше, чем страны богатые. Так что здесь... А вот в чем, почему как бы в бедных регионах России вахабизм цветет, и даже не только в бедных, да? Ну, почему? Мы вот с Ахметом говорили очень много о том, что в последнее время в Приволжском федеральном округе, да, Татарстан, Башкортостан. У нас наиболее высокая доля вахабитов, конечно, после Дагестана, где он исторически сложился, в богатых регионах, пожалуйста, Москва, Ямал-Ненецкий округ, Ханты-Мансийский, Татарстан. Это не, не знаю, не в еврейской автономной области, и не в Рязанской у нас вахабиты тысячами расплодились. То есть вы считаете, что не нищета и коррупция как бы помогают, толкают молодежь в объятия бородатых муфтиев? Это является дополнительной причиной для того, что они идут, но не первопричиной. А что является первопричиной? Первопричиной является идеологическая экспансия. В той же Западной Европе, например, наиболее мощные ваххабитские структуры у нас в странах богатых, в Великобритании, в Бельгии, в Дании находятся, а вовсе даже не в Румынии, с Болгарией. Ну, Румыния с Болгарией все-таки, я думаю, меньше подвержены насилию, хорошая оговорочка по Фрейду, засилью мигрантов, скажем так, из стран-носителей. Ну, в Болгарии доля мусульман выше, чем, например, до сих пор в Великобритании. Это да, они там традиционные живут, мусульмане, да. Те, кто там традиционно жил, а не те, кто приезжают из бедных стран Севера Африки. Да. Но все равно лидеры террористов и главных идеологий очень обеспеченные люди. И в том же Дагестане вот эти все главные ваххабитские эмиры и в той же Чечне совершенно были не бомжами. А что добивается-то, Ахмед? Я все вот пытаюсь понять, что хотят помимо идеологии. С точки зрения... Я как бы верю в то, что идеология первична, да, отчасти, но в основном, мне кажется, за ней стоят определенные экономические интересы. Ну, в том-то и дело, что мы сильно упрощаем картину. Вообще, у нас разговор такой на очень серьезных упрощениях построен. Ну, давайте тогда давайте не будем упрощать, пожалуйста, усложнить. Мы с Романом явно сейчас как бы в одну дудку дудим и отсекаем эти лишние сущности бритвы Акама. Да, вы очень серьезно упрощаете ситуацию. Дело в том, что вот воспринимать ту же ситуацию в Дагестане как исключительно ваххабиты против традиционных мусульман, но это серьезное упрощение. А мы и так и не упрощали. Вот. Я сказал, что это одна из движущих сил. То есть, если говорить, вот, например, о том, чего хотят, да, и разного хотят. Это не единое какое-то движение, да. Кто-то хочет того же Эмирата, да, Кавказ. Кто-то хочет, там появились Хизб-ут-Тахрир, например, а кто-то хочет халифата. Кто-то хочет... А чем Эмират от халифата отличается? Расшифруйте нам, ну, не специалистам по исламу. Халифат – это всеобъемлющее исламское государство, построенное на исламских законах, и которое объединяет всех мусульман. Эмират – это государство, которое построено по исламским принципам на определенной территории. Вот Северный Кавказ мыслится как некий такой вот отдельный эмират. Отдельный эмират, да. Вот. Кто-то хочет, я не знаю, воевать против местных властей и смены их. Да? То есть разные есть идеалы, разные есть предпочтения. Вот. А затем те же самые ваххабиты... После выпуска новостей, если хорошо. Не возражаете, буквально через минуту. Ну что ж, продолжаем. Это Игорь Виттель, «Парадокс с Игорем Виттелем». В гостях у меня Роман Силантьев и Ахмед Ярлыкапов, с которыми мы спорим о путях развития современного ислама и экономики современного ислама. Итак, кто-то хочет бороться с властью. А, кстати, вот в Чечне во время войн кто с кем боролся? Как бы это было движение все-таки религиозное, сепаратистское? Нет, либо Чечне, сепаратистское против России, религиозное... В Чечне, конечно же, была другая ситуация совершенно. Там был в первую очередь этнонационализм, который постепенно трансформировался вот в такой вот исламизм, да, то есть в борьбу за исламское государство. Кстати, очень много сделал для преобразования движения Шамиль Басаев. Он был автором проекта выхода за пределы Чечни, да, вывода этой борьбы за пределы Чечни. Именно он привлекал исламские общины, начал привлекать исламские общины соседних народов, и, соответственно, вот с его подачи затем появилась идея как раз-таки Кавказского эмирата. Вот. А в Дагестане есть самые разные силы, да, и те же самые ваххабиты, так называемые, да, это не однородная группа. Кстати, в числе тех, кто выступает против современного российского государства и российской власти, есть и суфии в том же Дагестане. Есть группы суфиев, которые так же, как и иудеи радикальные в Израиле, не признают государства.
и считают, что с этим государством просто не надо иметь никаких контактов. Почему они не выходят на джихад, который они признают, вооруженный джихад? Потому что они считают, что государство сильнее, и сейчас вооруженный джихад неразумен. Поэтому тем, кто говорит о том, что вот есть эти ваххабиты, а есть миролюбивые, да, там и так далее, ну, картина гораздо сложнее. Понимаете? Гораздо сложнее. Роман? Картина сложнее, в принципе. Была большая разница с точки зрения ученых между фашистами, нацистами, гитлеровцами, эсэсовцами. Разница была принципиальной, на самом деле, между фашистами и национал-социалистами. Но вот в теории, на практике разницы было не очень много. Как-то вот и те, и другие к нам относились не по-доброму. Я не спорю, собственно, и говорю, да, что у ваххабитов много направлений. А вот между собой они зачастую тоже не дружат. Слава богу, себя уничтожают тоже довольно бодро. Деля деньги. Но на самом деле враг у них... Враг у них один, это мы. Суфии терактов не устраивают против нас. Да, среди них есть разные направления. Да, кто-то властей не любит. Но теракты они не устраивают. Властям, в принципе, по большому счету, религиозные разногласия между общинами не очень интересны. Если это дискуссия, например, между старобрядцами, поповцами и беспоповцами. Эта дискуссия ни к терактам, ни к разжиганию не приводит. Но вот с момента появления... Я тут готов с вами поспорить. Может быть, дискуссии между старообрядцами, поповцами и беспоповцами не приводят. А вот дискуссии с нынешней силой, находящейся у власти, под названием «Русская православная церковь», а также люди, которые близки к этому. Да, можете назвать как угодно. Там, знаете, можно не считать людей, которые устраивают погромы христианами и православными. Да? Нет, но, тем не менее, с иконами, с хоругвями пошли громить. Сейчас вполне мы видим восстание, практически смычка государства с религией. Нет, это не совсем удачный пример. Имеется в виду внутри религиозные споры. Пока внутри? Они не приводят к терактам и каким-то преступлениям, государству они не очень интересны. Оно не будет занимать сторону баптистов или адвентистов их споре, поповцев или беспоповцев в их споре. Но до того, как у нас в Дагестане появились ваххабиты, там как-то... Дискуссия между РПЦ и РПЦЗ в свое время вполне себе была серьезнейшим политическим... Теракты были на этой почве? Теракты... Кстати, не уверен. Я вполне уверен, что терактов нет, но я думаю, что руками определенных российских, точнее, советских спецслужб некоторые священники РПЦЗ были ликвидированы. Ну, вопрос открытый насчет, что может стать теракт, но дискуссия именно внутрицерковная не приводила к какому-то напряжению. В случае Дагестана ситуация иная. Вот с появлением там ваххабитов и начались вот такие проблемы. Не только из-за этого они начались, но это было главным, в общем-то, фактором. А теперь расскажите мне, как со всем этим жить? Вот это вот вопрос, который бьется как бы в сердце каждого из нас. Как российское государство может в себя инкорпорировать, да, свои регионы, в которых цветет радикальный ваххабизм, в которых зарождается, достаточно серьезно, я имею в виду Поволжье, да, это Башкортостан, Татарстан, мы видим, что сейчас салафиты оттуда воюют даже в Сирии. Кстати, правда это или нет? Только татар 200 человек, это не считая выходцев Северного Кавказа. Да. Это только татарский, так называемый булгарский батальон с небезызвестным Айратом Вахитовым во главе, бывшим имамом Набережно-Челнинской мечети Таубы и большим другом Гейдара Джамаля. Сейчас он Салман Булгарский себя именует. Угу. Крупные подразделения, слава богу, многих уже перебили, мы, собственно, в Сирии попросили сирийцев, желательно, чтобы они в сирийской земле остались, а желательно под ней даже, вот, чтобы как-то не вернулись они обратно. Это, кстати, плюс некоторые для нас. То есть Гейдара Джамаля вы тоже не любите? А кто его любит из нормальных людей? Угу. Ну, а как с ними бороться? Я, например, с ним, то есть вы меня сразу ненормально признали, я, например, с Гейдар Джахидовичем отношусь... Не, я пособников террористов не люблю. А я не с точки зрения терроризма, я считаю Гейдар Джахидовича, помимо всего прочего, выдающимся философом. Ну, я с этим не соглашусь. Что до борьбы с ваххабитами, ну, вот Рамзан Кадыров хороший пример показал, я его часто в пример ставлю. Много у него ваххабитов осталось? Не знаю. Немного, практически не осталось. Терактов как-то минимум стал, и преступность понизилась. А все то вот есть он... закатывать в асфальт? Правда? Да нет, он не всех в асфальт закатал, он кого-то перевербовал, кто уж как сколь-нибудь был адекватный, а в основном их просто выдавил за пределы республики. Ну, знаете, это вот как ссылаться, как нам обустроить Россию, сразу вспоминать Ли Куан Ю, как он обустроил Сингапур. То, что можно сделать в маленьком регионе или в маленькой стране, в масштабах большой страны проблему не решает. А почему же? А давайте попробуем. Дело в том, а что... Да, а вы объясните тогда, что делать? Надо людям объяснить, что если они хотят мирно жить в конкретной стране, то, может быть, в ней жить им не надо. Самое простое – их из страны депортировать. Это, например... По какому признаку? По признаку принадлежности к террористическим и экстремистским организациям. Признать ваххабизм экстремистской идеологией и всех его приверженцев из страны попросить на выход. Подождите, но у нас часть организаций этих признана. Да? Вот, например, партия, исламская партия,
Ахмед, помогите мне, как она называется, грамотно. Исламская партия Башкортостана, по-моему, Нет, у нас эти партии исламские подумерли. У нас из всех партий только Хизбут Тахрир сейчас. Ну, хорошо, так... Ну что? Я считаю, что проблема системная, и ее надо решать системно. Как? Значит, депортации ничего не решат, потому что вызовут, конечно же, огромный всплеск насилия. Ну и потом наше международное реноме и без того достаточно, скажем так, противоречивое, да, оно будет очень серьезно. Ну, я думаю, подпорчено. Что в плане борьбы с ваххабизмом особо не будет. Ну, если... Соединенные Штаты позволяют себе гораздо более радикальные меры. Нет, если речь идет о людях, которые считают, что у нас ваххабитов только в Московской области 600 тысяч, да, депортация таких огромных количеств. Я за своего гостя вступлюсь, его поняли, видимо, неправильно. Он имел в виду потенциальных сторонников радикального ислама. Ну, а кто будет, вот когда наступит, да, время депортации, кто будет там разбираться? Потенциальный, непотенциальный? Понимаете, депортация – это слово ужасное, само по себе. Вы знаете, это как воры в законе. А они, вот, когда их как бы берут, они не имеют права победить. Задают вопрос, вор или не вор. Он не может отказаться. Презумпция невиновности. Ну, вот и будут, будут спрашивать как посторонних ваххабизма. Ну, Рамзан Кадыров тоже у нас закон не нарушал. Кто признается, что он сторонник ваххабизма? Вы знаете, вы видно, что Рамзан Ахматович не нарушал закон? Ну, он же герой России, уважаемый человек. А Саид Джапарович тоже был, Саид Джапарович тоже был много лет лучшим мэром и так далее. Сегодня он сидит известно где. Ну, он-то сидит, а Кадыров нет. А это в этом большая разница. Поэтому я решаю... Историю пишут победители. Конечно. Я думаю, что надо решать системно, и то, что вот есть какие-то наметки, допустим, в Дагестане, да, вот этот путь, вот это направление было бы хорошо развивать. У меня, правда, большие сомнения, что будет развиваться это решение, да, но другого пути у нас просто нет. Мы не можем депортировать наших граждан сотнями тысяч. Ну, на основании я тоже не очень понимаю, как бы определять. А зачем депортировать? У нас ведь можно создать невыносимые условия для проживания, они сами уедут. Ну, ведь вот Кадыров видите, никого одно, особо не одно депортировал. Одно предложение ужаснее другого. Почему? Подождите. Люди сами не хотят жить в этом если государстве. Если люди нарушают закон. Нарушающих закон людей закон предписывает наказывать. Есть масса возможностей наказывать людей, которые нарушают закон. Да, кто мешает тех же террористов отлавливать, сажать, уничтожать? Если вы знаете, Ахмед, способ выявить всех террористов до того. А что гуманнее, посадить человека на 10-15 лет или депортировать, как вы считаете? Я считаю, что депортировать гуманнее. Нет. А куда, кстати? Надо поступать. Да. Много есть стран. В Узбекистан есть такое прекрасное место, где халифат строят. Саудовская Аравия может своих идеологических друзей взять к себе. Мир-то большой. А граждане России не могут быть депортированы. Да? Если люди являются гражданами России, то за свои преступления они отвечают на территории Российской Федерации. Людей можно лишить гражданства, если они все равно его не ценят. Вот в Бахрейне, например, когда ваххабиты боролись с оппозицией, они совершенно спокойно лидеров шиитской оппозиции лишили гражданства и депортировали. Те, кто не ценит своего гражданства, те уезжают в тот же Вазиристан. А ну вот надо им помочь это сделать. У нас ну, помочь кому? Те, кто не хочет, не уезжают. Как выявить? Понимаете, я согласен абсолютно Роман с Ахметом, что любые насильственные действия вызовут только всплеск. Ответного насилия, конечно. Болезнь лечится. Вот понимаете, почему я все время в сторону экономики изворачиваю? Не только потому, что у нас радио, в общем-то, связано с финансами. Я пытаюсь как-то выйти на мысль для меня относительно очевидную. Тут выясняется, что не все с ней согласны, что экономические корни хорошо бы еще ликвидировать терроризм, да? К сожалению, нет прямой связи экономики в данном случае с этим терроризмом. Нельзя сказать, что только бедные люди туда идут, это какая-то классовая борьба. К сожалению, люди и не глупые, и не бедные составляют элиту террористов. И нейрохирурги среди них попадаются, и крупные бизнесмены. Да, и... но это гораздо тяжелее будет вербовать смертников, если бы... Я согласен с вами абсолютно. И, кстати, вот тот же Дагестан показывает пример того, как террористическое подполье, несмотря на все свои идеологические тонкости и так далее, довольно легко сращивается с бандитским. Безусловно, Роман. Я, кстати, сейчас Роману отвечу. Да? И вот эти богатые люди себя не взрывают. Они руководят всем. Совершенно этим, верно. Да? Совершенно они не являются идеологами, а вербовать сторонников, которые будут взрываться, да,
Можно только среди людей весьма необеспеченных, людей недовольных, людей, склонных к протесту, то есть среди низов. Если у этих низов убрать экономическую подпорку, то есть дать им на самом деле нормальную работу, дать им нормальные условия существования, сытый человек вряд ли пойдет взрываться. Именно поэтому, Игорь, я и говорю о системном решении проблемы. Потому что вот эти все простые решения, да, это в этом во всем дьявол спрятан, понимаете? Взять и всех депортировать, всех кого? Кого? Кто будет решать, кого мы депортируем? Да, граждан России? Да есть возможность это сделать. На основании чего, Роман? В большинстве стран просто за членство в террористической организации полагается от 10 лет. У нас закон очень либеральный, поэтому зачастую к нам едут... Опять-таки, давайте, я человек занудный, как Ахмед знает, поскольку мы знакомы много лет, я буду сейчас докапываться до конца. Членство это как? У них что, членский билет? Да нет, легко, можно выяснить, в банде тоже нет членских билетов, однако вполне реально доказать, был человек членом банды или не был. Ну, согласитесь, у нас ничтожное количество экстремистских террористических организаций имеют членские билеты или вообще какую-то регистрацию. Правильно, но как-то отлавливают. В банде есть оружие, в банде есть преступления, совершенные в данном конкретном случае, если люди просто приходят к проповеднику. Нет, если человек состоял в террористической организации, это вполне доказуемо следственными действиями. А что мы будем считать террористом? Тогда перечислите, что нужно признать сегодня. Хорошо. Вот я вам пример приведу. Есть такая организация Хизбут Тахрир. Угу. Террористическая организация, признанная в России и в целом в ряде стран таковой. Вот недавно я прочитал новость, что один из таджиков, завербованный у нас в Хизбут Тахрир, а у нас за членство в Хизбут Тахрир, если ты ничего не взорвал, да, дают тебе 2 года условно. Угу. Приехал к себе на родину в Таджикистан, продолжил там то же самое, то есть вербовку людей. Получил 10 лет сразу, без всяких терактов и без оружия. Вот так и надо делать. И, кстати, в большинстве стран так и происходит. Само членство в террористической организации от 10 лет. Если в чем-то замешан еще, там уже от 15, 20 и до пожизненного. Ахмед, по-моему, вполне разумный вариант. Только надо определиться теперь, кого мы признаем радикальными организациями. Во-первых. Во-вторых, значит, тот же Хизбут Тахрир, да, в нашей стране признается террористической организацией, в Великобритании не признается таковой. И в Великобритании там огромная штаб-квартира, и эти хизбовцы, кстати, активно сотрудничают. Вы считаете Хизбут Тахрир террористической организацией? Ну, я не знаю каких-то таких серьезных терактов, которые они бы провели. Да? Роман, я считаю, знаю. Что... Например? Например, в Казани они были замешаны в теракт, в целом ряд других регионов. Они, конечно, меньше, новостей, если не возражаете, ровно через минуту. Ну что ж, продолжаем. Напоминаю, это «Парадокс» с Игорем Виттелем и у микрофона Игорь Виттель. А в студии у меня Ахмед Ирлыкапов, Роман Силантьев, с которыми мы спорим о современном исламе. Так что значит с Хизбут Тахриром? С хизбовцами. Дело в том, что их политическая платформа, да, она противоречит интересам светского государства, да, в частности, российского. Ну все, противоречит интересам государства, признаем террористической организацией. Не почему террористическое? Они же еще и теракты совершают, помимо того, что противоречит. У нас и свидетели Иеговы с государством не дружат, но терактов не совершают. Тех, кто совершают теракты, необходимо судить. Знаете, я считаю, свидетели Иеговы террористической организации, они мозг выносят. Они экстремистская. Вот и разница. Вот когда теракты начнут, будет террористическое. Кто совершает теракты, их необходимо судить. Но, Ахмед, еще раз, есть огромное количество членов организаций, среди которых вербуются те, кто взрывается. Не все взрываются, но молодежь, посещающая вот эти вот собрания, да, этих идеологов, мы их как считаем? Членами то, что называется terrorist cell, да, террористические ячейки? Либо мы их считаем просто за то, что они ходят к определенному имаму, они находятся под наблюдением спецслужб. Это работа спецслужб? Ну, нету в мире практики, чтобы умудрялись предотвратить все теракты. Даже в Израиле, где, в общем, это отточенная абсолютно механика, тоже этого не происходит. Ну, у нас простой пример. У нас в СС лишь малая часть действительно принимала участие в боевых действиях. Да. Остальные занимались что снабжением, такое? Кашу варили, связь обеспечивали, рубашки стирали. Тем не менее, Нюрнбергским трибуналом СС признана террористической организацией. Да и среди фашистов тоже, в общем-то, подавляющее большинство никого не убивало. Но почему-то весь фашизм у нас признан человеком ненавистнической идеологии. И почему-то есть прямая связь между тем, что делали те фашисты, которые убивали, между самой этой идеологией. У нас ведь мирных фашистов тоже много, но почему-то вот как-то это их не оправдывает. То же самое с этими товарищами. Хорошо. Помимо
Мутахрира, что вы предлагаете признать еще террористической? Надо признать ваххабизм как таковой, террористической идеологии. В Сирии, например, признан и запрещен, в Чечне об этом прямо говорится. Хотя закона такого нет, у нас нужен общероссийский закон. Принимались такие законы и в Дагестане, и в Ставропольском крае, и в Кабардино-Балкарии. И во многих странах, например, ваххабизм запрещен. Ничего страшного в этом нет. Мы живем как-то запрещенным фашизмом. Кстати, фашизм стал резко меньше после этого. Ваххабизм с фашизмом сравнивать как-то тоже достаточно проблематично, с одной стороны. С другой стороны, никто не определил с ясностью, что такое ваххабизм. Вот я от вас пытался этого добиться. Знаете? В начале передачи. Вы не смогли дать твердый. При этом вы предлагаете Я про то вам и говорю, что четкого юридического определения ваххабизма, который был законом запрещен в Дагестане, да, принятым 16 сентября 1999 года, законом о запрете ваххабитской и иной экстремистской деятельности, там нет юридического определения ваххабизма. И на основании этого именно против ваххабитов этот закон не был применен ни разу. Потому что не определено, кто такой ваххабит. Экстремизм, да, определен. Антиэкстремистское законодательство есть. Оно применяется. Я тут должен вступиться. Учитывая, что у нас попадает под определение экстремизма, например, там, или закон о защите прав верующих, я думаю, что если у нас с тем, как наша Госдума, никто еще будет помянут, печатает законы, да, и с теми специалистами, которые у них есть, у нас просто действительно половина исповедующих ислам попадет под жернова, и мы получим серьезный уже всплеск. Да, вместо нескольких тысяч ваххабитов мы получим миллионы потенциальных ваххабитов на территории России. Ну, после запрета фашизма мы получили миллионы фашистов? Есть радикалы, есть экстремисты. С ними необходимо бороться. А определять что-то какое-то непонятное, да, как ваххабизм, ну, и бороться с этим, да, не дав четкого определения. Мы его разработали, есть Роман, мусульманские богословы, которые в этом помогают. Готов с вами поспорить. Значит, мы, возможно, не получили при прямом запрете фашизма, да, и в процессе денационализации большего количества фашистов, но в тех странах, где запрещено отрицание Холокоста, например, количество людей, которые заинтересовались, а что же это такое, и принялись отрицать Холокост с удесятеренной силой, значительно больше, понимаете? Ну, отрицание Холокоста и теракт – это не совсем одно и то же. Одно дело идеологические дискуссии, а другое дело... Вот от этих идеологических дискуссий, да, я могу долго спорить о Холокосте, да, но от идеологических дискуссий порой, опять-таки, я не отрекусь, откуда берутся скинхеды, да? Это были люди в основном из благополучных семей, вот руководители скинхедов, это люди из благополучных семей. А вот те, кто... Карлики, молодняк... Всякие бывают абсолютно. Ну, слушайте, давайте посмотрим на структуру тех же футбольных болельщиков, проблемы, с которой я хорошо знаком, да? Кто там сидит наверху и кто ими руководит, и из каких кабинетов ими руководят. И кто те, кто там по стадионам бегает, да? И устраивает махачи между болельщиками Анжи и ЦСКА. Хотите об этом поговорить? Мы прекрасно знаем эту структуру, откуда они руководятся. То же самое происходит с любой структурой, да? Если выдернуть у них из-под ног почву и дать другую идеологию, да? Если бы в России не существовало проблемы нелегальных мигрантов, я вас умеряю, а также не существовало проблемы безработицы и отсутствия социальных лифтов, меньше молодежи бы с бритыми башками бегало с дубинами. А есть страны мира, в которых эти проблемы отсутствуют? Нет. Есть страны мира, в которых они более или менее, да? Давайте посмотрим на благополучные страны. Бывшие благополучные страны, откуда берутся погромы во Франции? Бесконтрольные. Нам нужны были трудовые мигранты, нам нужна новая дешевая рабочая сила. Бесконтрольные, пожалуйста, придите ко мне все бедные и несчастные, вся Северная Африка до Турции вперед во Францию. В Германии тоже. Откуда питаются немецкие фашисты-то, скинхеды? У нас ситуация по общемировым меркам еще не такая уж и плохая, кстати. Так правильно, да, а мы не хотим ее доводить до этой ситуации. Поэтому надо что-то делать, а не думать, что все само рассосется. Предлагаю само рассосется, я предлагаю убирать экономические проблемы. Я вас уверяю, молодежь с работой меньше подвержена влиянию идеологии. Я боюсь, что дело в том, что молодежь, во-первых, не на всякой работе хочет работать. Работы у нас в стране много, только молодежь в том же Дагестане, например, землю возделывать не особенно рвется. Я там часто бываю, жалуются, например, с ректорами мы встречались, они говорят, у нас вот на почвоведческий факультет люди вообще не идут, там конкурс один человек на 10 мест. Нет ни агрономов, никого, масса вакансий.
Люди хотят работать юристами, адвокатами, прокурорами. Неправда. Я знаю огромное количество дагестанской молодежи, которые согласны на любую работу, на любая работа, которая позволила бы более-менее сносное существование, в Дагестане получается только путем коррупции, да, то есть либо знакомство клану, вхождение в определенный клан, либо путем грубой коррупции. И это не только Дагестан, у нас есть огромное количество регионов, где так и делается. Но Кавказ весь такой, да, практически. Да. Кабардино-Балкария ничем не отличается, Ингушетия ничем не отличается. Вот люди и идут. А куда им деваться-то? Вы часто бываете в Дагестане? Вы не обращали внимания в Махачкале? Вот поедете по Махачкале? Обращал. И стоит у каждой калитки пацан и качается, потому что у него фитнес-клуба нету, спортзала нету, пойти ему некуда, работы у него нету. Вот он и качается, он в горку бегает, если были там, знаете, такая горка есть в Махачкале, откуда отличный вид на залив открывается, да, на море. Вот они там стоят и качаются. Мусор, правда, не убранный, да, ведь я никогда не видел такого количества мусора даже в трущобах в Индии. Ну вот Бангладеш у нас много ухабит. Самая бедная страна с высокой безработицей. Там гораздо хуже, чем в Дагестане люди. А там другая идеология, наверное. Я про Бангладеш не знаю. Индонезию в Индонезии могу... в целом тоже народ гораздо хуже, чем в Дагестане живет. У нас просто проникновение дел. Они не попали... В Индии мусульмане в среднем гораздо хуже живут. Они не пропали под влияние ваххабитской идеологии. А вот, наверное, все-таки ваххабитская идеология – это основная проблема, а не безработица составляет. Так а и надо решать обе проблемы. Да надо просто решать ту проблему, которая главная. Когда ты болеешь раком и ангиной, надо в первую очередь рак лечить. Конечно, ангину, течение рака обостряет, но все-таки это не смертельная болезнь. Или рак обостряет течение ангины. Нет, тоже. Я хочу сказать, что к раку приводит комплекс причин, не одна причина. Да, и все эти причины надо решить. Но дело в том, что когда болеешь раком, уже остается только резать. Вопрос только... Да, к сожалению, остается только резать. А вот только тут надо поставить, мы сегодня пытаемся поставить диагноз стране. Не надо, мы больны раком или не больны раком? Мы больны, не надо уговаривать раковые клетки не вредить ни раковым, ни здоровым. Не Нет, помогает подождите. Вот смотрите. Анджелина Джоли, которая сейчас себе сделала операцию по удалению груди, потому что у нее есть ген, да, который может привести к раку, это профилактическая история. Вот если мы сейчас решим, что у нас в России для профилактики надо удалить грудь, да, ну, условную грудь, давайте придем к этому. А если вы считаете, что нужно вырезать половину желудка, отрезать ногу и руку, потому что там уже в печени метастазы, и посмотреть, как на это отреагирует организм, без ноги, без руки и без печени. Надо резать руки, надо резать опухоль. У нас не настолько пока плохо, чтобы, как некоторые предлагают, отделять Северный Кавказ. Надо ликвидировать эту идеологию. Вы знаете, у нас уже однажды наш разговор с Ахметом закончился тем, что мне пришлось уйти с одной радиостанции, почему-то меня обвинили в том, что я хочу отделить Северный Кавказ, хотя я вовсе за это не выступаю. Не надо отделять Северный Кавказ, надо отделить от него ваххабитов. Это поможет, я думаю. Да, Ахмет? Я согласен, что необходимо бороться с радикальными экстремистами. Надо их уничтожать, надо их лишать оснований. И в том числе надо менять ситуацию, чтобы в этой ситуации эта идеология не работала. Вот что надо сделать. Потому что в Дагестане такова ситуация, что эта идеология очень хорошо работает. Хорошо падает на почву. Совершенно верно. Но вы опять ходите по кругу, потому что вы так и не пришли к строгому юридическому. Там, вот, Роман начал говорить, что они с богословами работают. Нет строгого юридического определения. Будет. Нет. Процесс, кстати, сейчас идет. В ближайшее время это будет на суд общественности определение вынесено, которое позволит запретить ваххабизм. Давно пора это уже было сделать. В этом нет ничего сверхъестественного. Как к этому относятся к верховной власти, скажем так? Нам сейчас особенно положительно относятся. Сейчас у нас резко атака на ваххабизм усилилась за последние полгода. А где вы это слышали? Постоянные облавы на ваххабитов. Ну, это как бы закрытие мечети ваххабитских, да, их резко больше, здесь еще какая проблема, Игорь? Здесь проблема в том, что мы определяем ваххабизм таким образом. Да? И если мы вдруг в стране запретим то, что мы понимаем как ваххабизм под названием ваххабизма, у нас могут быть серьезные проблемы с Саудовской Аравией, в которой ваххабизм – официальная идеология. Зато там христианство запрещено в Саудовской Аравии. Ну, как-то проблема это. Я думаю, что надо все-таки запрещать не ваххабизм, надо запрещать... А мы должны оглядываться на Саудовскую Аравию, на мировое сообщество. Может быть, нас еще Соединенные Штаты по головке не погладят за то, что мы ваххабизм запрещаем? Есть радикализм и экстремизм, с которыми надо бороться. Хорошо. Но не запрещать ваххабизм. Ну, да, почему же? У нас при товарище Сталине фашизм был всегда запрещен, что не мешало нам быть некоторое время в хороших отношениях с фашистской Германией. Коммунизм был запрещен в США, что не приводило к разрыву дипломатических отношений. Понимаете, Роман, товарищ Сталин плохой пример, потому что в борьбе с фашизмом
мы немножечко сами превратились в государство, которое я всячески избегаю, вы знаете, наоборот, с Гозманом и Минкиным постоянно лаюсь, да? Ну хорошо, а что у нас в Америке во время холодной войны, как к коммунистам относились? Фашизм. Маккартизм равно фашизм. Я как социалист и коммунист, я могу сказать, что я против этого. Передача подошла к концу. Ничего, да. Роман Силантьев, Ахмед Ярлыкапов были у меня в студии, завтра в то же время.